США ввели блокирующие санкции против Сбера и Альфа-банка. Но паниковать владельцам карт этих банков не стоит. В России они продолжат работать в обычном режиме. По-прежнему внутри страны можно пользоваться картами Visa, MasterCard и Мир, совершать переводы и платежи. Все услуги для юридических лиц также будут доступны. Однако есть вероятность, что приложения банков в итоге уберут из сервисов Google и Apple. Годовая инфляция на 1 апреля ускорилась примерно до 16,6%, судя по данным Минэкономразвития. Однако недельный показатель замедлил рост и составил 1% против 1,16 недели ранее. На фоне укрепления рубля рост цен на непродовольственные товары также продолжил замедляться. В целом с начала года потребительские цены в России увеличились почти на 10%. Овощные магазины удивили красноярцев новыми ценами. Груши за 350 рублей, перцы 500, гранаты 700, бананы 170. Выросла и стоимость орехов. К примеру, килограмм фисташек продают уже за полторы тысячи рублей. Большая часть фруктов приезжает из Турции, Израиля, Южной Америки, поэтому рост цен связан с курсом и логистикой. В гипермаркетах стоимость данных продуктов разная, но тоже не радует. К примеру, в ленте болгарский перец по акции стоит почти 450 рублей. Бананы тоже дороже 100. Будем надеяться, что хотя бы летом помидоры и огурцы подешевеют. Криптовалюты могут признать имущество. Россияне будут обязаны отчитываться ФНС об обороте цифровых активов на сумму более 600 тысяч рублей в год. Внесение поправок в налоговый кодекс ожидается до конца весенней сессии в Госдуме. Как ранее говорил замминистра финансов Алексей Моисеев, доходы бюджета от налогообложения криптовалют могут составить порядка 10-15 миллиардов рублей треть россиян хранит деньги во вкладах. 16% опрошенных признались, что держат наличку дома, а 15% заявили о вложении в технику. Опрос у себя на сайте, в соцсетях провел Почтабанк. Также 73% опрошенных предпочли вкладывать средства в рублях, еще 13% выбрали вклад в долларах, 8% в евро, 6% в юанях. Видимо, вариантов хранить нечего в вопросе не было. Это все новости про деньги на сегодня. Следите за курсом доллара, мониторьте цены в супермаркетах и тратьте деньги с умом. До встречи.